1956 год. Сборная СССР по хоккею впервые едет на игры в Италию и сразу выигрывает все матчи турнира. Совершенная человеческая конструкция, гений прорыва. Так называли Всеволода Боброва, легендарного советского нападающего, настоящего русского героя. Тогда, в 1956-м, Всеволод Бобров и его команда стали символами страны и ее духа. Но это было давно. А что теперь? Кто мы в глазах сильнейших хоккейных держав? Страна героев или нефть, Сибирь и медведи? Мы решили напомнить кое-что нашим давним соперникам. И отправились в Чехию, Швецию и, конечно, Америку, чтобы передать небольшой привет. Шведам мы культурно пожелали стать чемпионами в третий раз. Пусть догоняют. Чехов, которые до сих пор вспоминают свою единственную победу в 98-м, мы предупредили, что в этот раз будет посложнее. А нашим давним соперникам, американцам, мы напомнили, что с 1956 года начался век нашего, русского хоккея. Надеемся, они хорошо подготовились, ведь в России их ждут настоящие герои.